Уважаемые товарищи, добрый день. Давайте приступим к работе. Пожалуйста, слово Сергею Кожугетовичу Шойгу. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Порядок проведения тренировки доложит начальник Генерального штаба генерал армии Герасимов Валерий Васильевич. Пожалуйста, Валерий Васильевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, к тренировке привлекается подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения «ЯС», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», два стратегических ракетоносца дальней авиации «Ту-95МС»,